Ну что, всем привет. Сегодня я ем селедка под шубой. Кстати, очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кто спрашивает, что такое купаты? Купаты — это вот. Ну, типа такого мяса. Колбаска. Которую надо жарить. Вот так вот. Всем Ленам привет. Танюшке Матвеевой тоже привет от меня. Я что-то проголодалась, думаю, дай поем селедку под шубой. Как говорится в Белоруссии, бурак селедкой. Я больше всего люблю свеколку. Свеколка вкусная. А насчет того, что иду с Ютуба, я пошутила. Хейтеры не дождутся. Угу. Да не такая. Аппетитно выглядит. Селедка под шубой. Вот, гостей проводили. А я что-то проголодался, думаю, поем. Ну, я снова тут. Я просто чайник поставила. Ну, между прочим, я бы за место купаться лучше бы шашлыки делала. Не знаю, Максиму Сергеевичу нравятся купаты. А мне шашлык больше нравится. Вот так вот, дамы и господа. А насчет второго канала у меня еще руки не доходят.
О, кстати, Лена, я к тебе обязательно приеду на сало, так что все, не съедай, оставь мне. Я думаю, тут как раз ложка. Костя, что посуду морать, да? А, вот у меня еще не доед. Ой, что делать-то, а? Все посмотрела в Ютубе. Соседи уже спят. Это ночной дожор. Что-то мне сегодня братец с мамой купил хлеба. Хлеба бородинского. Приходится простой. Николай, Николай. Кстати, где Николай-то? Антон. Антон пишет, ну что ты подумала, о чем? Ну ты представь, что ты пина колада. И я через трубочку. Как там? Хер его знает. Все. Селедка с 23 февраля. Все это я. Это, короче, вафельки. Вафельки. Вкусно, кстати, Яшкина вафли с орехами очень нравится. Очень вкусные. Кружки чистые закончились. Анна пошутила, то напишите еще. Все, кофе кончилось, что теперь буду делать? Ой, орешек выпал. Не помню, Людмила или кто там написал,
Вот, выиграл миллион, донатов больше не надо. Как это не надо? Ты чё, Людмила? Донаты — это святое. Так оно? Так оно. Ой, похаваем. Ночной зажор. А, кстати, сейчас только пирогов осталось сладких. Чебуреков. Бомба вафли. Красный маг. Не знаю, где проявили. Ладно, короче. На этом всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите лайки. Ставьте лайки, а не пишите. Сейчас еще напишите. Хер знает что. Пишите свои комментарии добренькие. Нажимайте на колокольчик. Только добрые. И лайки ставим. Лайки, лайки, лайки. Нажимаем на колокольчик. И все, чтобы вам приходило мое новое видео. Всем пока!